первые две партии, особенно, наверное, такие долгие розыгрыши, много было суеты. Ну, первая игра всегда так. Хороший соперник, почему у нас... Сейчас Липецк обыграл Уралочку. Начнем с этого. Кто сказал, что в Суперлиге кто-то слабый, кто-то сильный, все хотят выиграть. Поэтому недооценки соперника никогда никакой нету. Надо в первую очередь свою игру показывать и противодействовать сопернику. Нам не повезло, значит, первый тур и сразу чемпион. Очень тяжело. И еще у нас была немножко проблема с травмами. Поэтому могу сказать так, что команда еще не сыграна. Тяжело было, сначала много ошибок ненужных. И просто надо пользоваться ситуациями, когда нужно забивать мячи. Если не пользуемся, вот так вот происходит. Соскучились, давления нету, просто понимаем, что такой долгий перерыв, и очень мало у нас было времени, и вот хочется набрать эти кондиции уже, но, опять же, надо время. Задачи всегда максимальные, поэтому давление, ну, пока что, наверное, не ощущается с начала сезона, вкатиться хочется, конечно, без проблем, чтобы у всех со здоровьем было все хорошо, чтобы... Соперники нам были по зубам. Пока что начало, старт сезона, будем смотреть каждого соперника, все команды. После такой паузы и мало у кого товарищеских игр было, официальных игр тем более. Все соперники еще загадка, поэтому каждую игру будем отдельно готовить, разбирать. Ну и опять же добавлю, то, что первая игра... Первое, что нам нужно, на что обращать внимание, это наша игра. Я надеюсь, что это стартовый матч, и все-таки, да, чемпионат России, первая игра, и, как говорится, первый блин, видимо, у нас комом. Я надеюсь, что дальше будет лучше. Ну, я уверена, что дальше будет лучше. Ну, конечно, у нас очень много работы, очень много. This was a good game for us, you know, right now. We're still trying to get, at least me, I'm trying to get in rhythm with Jenya. It's just been a couple of matches that we've played together, and I think the kind of game that we want to do, you know, play a little bit faster, it's going to take a few games to get in rhythm. I think the first games are not going to be so pretty, but I think once we get it, it's going to be really high quality volleyball. And I think these games help us, you know, to get in rhythm without risking so much. Хочу поздравить команду Казани с победой, а нам надо еще работать. Ну, хорошо, надо еще много опыта нет, материала есть, так что будем стараться дальше работать. Саманта профессиональный, ну, очень профессионал большой, как бы вопросов к ней нету. Единственное взаимодействие, и нашу схему, небольшие корректировки мы проводим, а так Саманта молодец, причем у них есть взаимосвязь. Они играли вместе с Фабрис, они очень в паре неплохо смотрятся. Но я думаю, она еще добавит. Это сильный игрок, который играл в лучших клубах Европы, и все мы видели ее прекрасную игру, поэтому ждем, когда мы все наберем форму, и Саманта тоже. I mean, after not playing volleyball for 5 months, it's a little bit hard to get in top condition in, what is it, a month that I've been here. But I feel much better than when I arrived here, obviously, and I will expect that. So I think, yeah, same as the games, it's going to take a little bit for all of us to be on top shape. I really liked it. I wasn't expecting Kazan to be so pretty, because when I came here, it was kind of like snow melting, so, you know, there was no sun, so I was like, oh, this is not nice. But then I arrived here and it's really pretty. I really like it. Yeah, so it's really fun. I mean, we have music always going on. There's always like girls, you know, like, I don't understand much, but it's always fun to watch, you know.
The best part, there's always food in the locker room, so that's nice. You always get here and you have something sweet to, you know, eat before the game, before practice, so that's very nice. I've learned like three words, you know, спасибо, привет, вода. That's about it right now. It's very hard for, you know, for Spanish speaking to pronounce a lot of the sounds that you guys make. I'm working on it, but it's very hard. Be patient. Подписывайся на Динамо ТВ. Йоу!